Приветствую, сегодня с братом выбрались покататься. Ветрено-дождевая такая. Последний день апреля. Завтра 1 мая. Тут у нас такое поле. Мы здесь как-то были, вот здесь по кромкам. Утальщик был. Вот приехали, только начал копать. Выпала вот такая маленькая рельсина. Что-то к ней приварено. Метра полтора длиной. Здесь лежал. Прям только на поле зашел, вот оттуда от мопеда поднялся. Сразу зацепил сигнал поверхностный. Он такой неплохой оказался. Короче, сейчас будем вот на этом поле ходить. Оно туда дальше уходит. Посмотрим. Продолжаем поиски. Вот здесь по кромке прошли вообще ничего. Здесь вот свернули, тут такая кромка вдоль амелиорационки. Вот здесь пошли сигналы. Попадаются, короче, вот эти волосатые трубы. Потом вот какая-то крышка от трактора. Вот этой трубы переломаны на куски. По мелочи вон. Цепи, куски от подшипников обоймы. И вот здесь вот поверхностный сигнал, не знаю, что такое. Вот здесь цепи, где эти трубы лежали, я все вырывал. Вот. Какая-то крышка, походу, полукруглая. Вот здесь торчит. Дальше. Вот она идет. Или не она. Ну что-то тоже вот какой-то полупрофиль. Тоже плотненький. Крышка такая полужестяная. Она, короче, вот это место тогда четко пробило. Тут, походу, какой-то ремонт был. Или, может, вывезена сюда, сыпанута на край. Поломанные запчасти после ремонта. Сейчас будем смотреть, что такое. Вон, брат ходит, у него сигналы. Ну, металл весь здесь звучит плохо. Низко. Сейчас, короче, вот эту штуку достанем. Покажу, что там. Вон, там что-то звучит. Ну, сейчас будем, короче, раскапываться. Брат сегодня взял старую катушку, потому что с новой что-то какие-то проблемы, походу, с большой. Что там? Что-то плотненькое. Что-то плотненькое вроде. Какой-то уголок. Да? Какой-то он уголочек попался. Или это не уголочек? А, так. Это один и тот же агрегат, который я сейчас показывал. Он большой агрегат. Все это, короче. Надо его сейчас, пока все лежит, надо вот это оторвать, наверное. И, походу, вот это приделано к этому. Да. Не знаю, что тут такое, но сейчас будем выкапывать. Все, вытащили, получилась вот такая крышка. Такая овальная, не знаю, что такое. С этой стороны вот тут два ребра. Вот сюда был приделан. Профиль оторвали. Тут еще трубка по контуру идет. И вот профиль. А профиль у нас где-то 1,5 метра. Ну такой неплохой, толстенький. Наверное, 35 или 40. Вот. Уже весит, кстати, хорошо. Уже полтосик, наверное, набралось только здесь. Плюс рельсинка. Что тут, что там, что? А? Мелочь? Нет, не шевелится. В общем, надо копать, сейчас будем искать дальше. Вот здесь лежало почти наверху. Просто чуть-чуть сверху травы на роще. Копаем все тут же, вот. Как кроты наковыряли, как кабаны. Попадается вот. Уже от электрических столбов, от высоковольтных пошли вот изоляторы. Вот эти кирпичи тоже от них. Потом вот вал такой попался, 1,3 метра длиной. Я думал, труба сначала, но это вал. Еще вот изолятор. Один с одной стороны попал, другой с другой. Вот это какая-то труба с квадратами, тоже какая-то запчасть от техники, походу. Потом тут по мелочи, цепи там всякие. Вот таких зубов уже штуки 4 от граблей, или не знаю.
точно. Еще кусок волосатой трубы попался. Первые ништяки вот они под этим, под листом. Так, нормально. Уже вот здесь прилично получается. Металл такой хороший. Но он, короче, не звучит нифига. Не звонкий. Вот этот вал вообще 13 звучал на тэкнетике. Вот эта труба. Ну, труба была наверху, она с перегрузом была. Лист с перегрузом. Вот один профиль с перегрузом, который отломанный был. А в основном оно такое низкозвучащее. Ну, нормально, вес набирается. Здесь, короче, прошли, вообще сигналов нет. Вот здесь какой-то переезд, проходу на то поле за болотом. Тоже ездили здесь. А там поле здоровое. Несколько километров. Мы там как-то ходили. Кое-что попадается, но очень далеко. Сейчас, короче, сколько тут метров? 25. Кромку прошатали, вот это нашли. Сейчас будем шатать, короче, капитально эти кромки. Если так металл будет попадаться, то это четко вообще. По дороге метров... Вон машина едет. Не, если вывозить метров 150-200 где-то. Вывозить там не будем. Вывозить будем вот здесь, поверху. Там как раз заезд. Помнишь, там были такие каналы? Да надо сначала посмотреть. Мы зашли оттуда, вот из-за этого выступа. Там мопед стоит недалеко, метров 200. Сейчас вот еще походили, здесь же попался второй каркас, вот от такой, только тут без листа и без всего остального. Не знаю, что это такое было, может, какой этот пол, типа, или хрен знает, в технике. Потом еще попалась опять вот эта вот крепежка для высоковольтных столбов, еще один изолятор. О, белый. Вот тот. Лемешок. Вот этот вот. И по мелочи, цепи, куски. Короче, эту кромку пробили вот до того большого дерева. Здесь все сигналы выбили. Получилась вот такая куча. Я не знаю, килограмм 60-70 здесь должно быть. Потому что вал тяжелый, вот эти профиля тяжелые. Вот этот лист, вот этот вот типа полик с листом тяжелый, рамка просто мало весит. Потом... Вот эти вот всякие электрические запчасти тоже нормально весят с изоляторами. Двигаться дальше. Вот там есть такая кромка четкая. Вот по той еще кромке надо походить. Потом не знаю, куда пойдем. Ну, на тот край поля тоже надо спуститься. Вот здесь, короче, просто отличное место попалось. Не знаю, почему здесь и запчасти, и от электрических столбов железо, но видно, это вывезено и высыпано. А может, не. Может так совпало просто. Это деревянные столбы. Но это все равно высоковольтные раньше, это старая линия. Все, пошли дальше ходить по кромочкам. Такие вот перспективные кромочки, но что-то на них ничего нету. Сейчас вот здесь зацепил сигнал, здесь лежит камень. Вот он. И в нее обломано лемех, нос от лемеха. По мелочи какие-то железки. И вот такая вот какая-то пластина, не знаю. Ну, не пластина, а какой-то усилитель или что это такое. Стойка, ребро жесткости, что-то такое. Метр 20 где-то есть длиной. Вот у этого камня тут все было. Пока оставим тут. Ищем дальше. Полей тут много. Они такие гористые. Глиняные. Так что запчасти можно найти на самом поле обломанные. Хорошие. Весистые. Все, сейчас с этого поля уходим. По кромке прошли. Так попадается мал-помалу. В трех местах понемногу наложили, вот сейчас зацепились тут в одном месте, попалось 4 лемеха, стойка или от бараны полоса, не знаю точно, ну что-то такое неплохое. Потом вот обломок от культиватора,
кусок какого-то тоже хорошего такого обломанного вала. Вот это, короче, здесь вот попалось, на этом пятаке. Сейчас, короче, будем переезжать на соседнее поле по дороге метров 100-150 дальше и налево. Там тоже такое хорошее поле. Мы там были вначале. Попробуем глубже заглубиться. А так только одна кромка порадовала. И все. Остальное попадается очень редко. И так. Или мешок там, полоска там, какой-нибудь обломок. Переехали на соседнее поле, буквально 100 метров по дороге. Такое тоже не маленькое, тоже гористое. Здесь такие камни. Подошел к этому камню, два лемеха. О, еще один камень, там один лемех. Вот, буквально 5 минут. Два лемеха у одного камня и нос наверху лежал. Тоже у камня. Зуб от брони культиватора. Часть. Буквально 5 минут. А поля здесь просто обширные, они во все стороны расходятся. И все вот такие вот гористые. Сейчас попробуем здесь покружить. Мы тогда здесь заходили, вот здесь кромку вот эту пробивали по пути, когда ехали, останавливались. Там довольно-таки много лемехов было. Поверху не ходи. Сейчас будем смотреть, что будет попадаться. Если будет регулярно попадаться, то будем кружить здесь. Брат, короче, нашел камень. Стал проверять, здесь три ништячка было. Это у нас лемех, ну, зуб от бараны, это где-то он нашел до этого. Еще один лемех и вот такое колесо поломанное. Не знаю, сколько весит, но по ощущениям 30-ка стабильно, плюс два лемеха. Около, наверное, 40 это будет у одного камня. Я сейчас кромки прочесал метров 250, вообще ни одного сигнала. Вот тут такой булыжник лежит, вот здесь лежали лемех, вот здесь колесо, а тут между колесом и лемехом еще один лемех. Ну все, не знаю, тут вот такое небольшое поле, там поле, там какой-то пруд. Ну не знаю, сейчас покружим, посмотрим, что будет попадаться. Сейчас показывал колесо, которое брат нашел недалеко, буквально метров 30. Выпал стартер. Это уже хорошо. Там медь есть толстенькая. Вот даже торчит провод. Около килограмма, там такая квадратная медь толстая. Как около килограмма будет меди. Плюс 650 только на меди. Нормально. Он такой тяжелый сам по себе. Места много. Кружите. Зайца видел. Буквально от ноги из-под кочки метров в полтора метра убежал. Всех приветствую, следующий день. Сегодня вывозим металл, ну ищем попутно так, понемногу. Вот это вчерашнее поле, второе. Вот собрали ништяки. Не знаю, лемех, наверное, около 15, может больше даже. Вот еще колесо. Стартер. Еще вот не показывал, такой агрегат попался. Топор или не топор, кирка какая-то. Ну тут вот под ручку есть отверстие, не знаю, что такое. В общем, первая партия, короче, до дороги осталось недалеко. Вот здесь надо спуститься под гору, и там через метров 30-40 выезд на грунтовку. И сейчас переезжаем на первое поле, где вчера были, оттуда надо вывозить. Сегодня жарко, хорошо, 1 мая.
Переехали на вчерашнее первое поле, собираем ништяки. Попутно еще ищем. Вот сейчас выпало ДТ-75 пружина ломаная напополам. Вот такая вот лыжа. Как я смотрел на видосах, рассказывают, что это от комбайна, я точно не знаю. Ну от чего-то, короче. Как зеркало такое. Автомобильное. Тоже попадается. Не так часто, но попадается. А тут по мелочке кожуха. Это стойка от сажалки. Или нет? Вот, что-то какая-то хрень. Вот здесь лежали. Тут такой перевес убитый. Видно, что ездили когда-то. Пружина лежала тут. Вот этот щит лежал вот здесь, прям просто травой припорошивший. Надо хотя бы в гору занести туда, отсюда. Все, закончили сбор находок со второго поля. Вот оно наверху, вот здесь заезд был раньше. Все вывезли в одну кучу. Вот получилась такая вот куча лемехов 21 с того поля и с этого штук, наверное, 15-16. Где-то 35 лемехов, всякие тут трубы, вот эти, вчера показывал, пару траков, изоляторы, вот вал длиннущий, наверное, около 3 метров. Рельсина вчера первая находка, самая маленькая. Ну, короче, прилично металла получилось. Я думаю, 250 минимум, а то и больше. Еще по дороге плюс в одном месте килограмм 50-60 лежит. Тоже надо будет сейчас забрать. Сейчас еще чуть-чуть покопаем тут недалеко вдоль дороги. И 20 минут уезжали, все собирали. Будем, короче, все грузить и выезжать домой. Сегодня на машине будем забирать. Много получилось так-то. Сейчас показываю вот этот угольник для барон. Ну, сцепку барон делать. Там рядом выпал еще вот такой вал. К нему тоже приварено, тоже что-то наподобие сделано было. Тяжелый. И еще выпала вот такая сцепка. Две длинных, наверное, 2,5 метра. Тут тоже петли, такое кольцо сделано. И тут тоже петли, там с гайками петли. Вот уже плюс вот эти три детали, наверное, килограмм 60-70 будет. Они вот это литье, угольник такой с средней тяжести, ну тоже нормально есть. Все лежали, вот тут такая опушка, вот там идет болото и вдоль кромки, вот там рядом они все лежали. Перекинули, обошли, сейчас, короче, в дороге вынесли. Дорога вот где столб стоит. Все, наверное, на сегодня завершать будем раскопки. По весу, наверное, уже будет 300 плюс с учетом вот этих трех находок. А еще трубочка попалась, у металлоискателя стоит. Ну, обычная двадцаточка.